фанаты предложили Мэрил Стрип на роль принцессы Леи. Соответствующая петиция была запущена поклонниками фантастической саги «Звездные войны». Они предложили заменить Карри Фишер актрисой Мэрил Стрип. Поклонники фантастической саги «Звездные войны» предложили заменить Карри Фишер, сыгравшую принцессу Лею, актрисой Мэрил Стрип. В сети была размещена соответствующая петиция. По мнению фанатов саги, Мэрил Стрип станет достойной заменой скончавшейся в 2016 году Карри Фишер. В тексте петиции отмечается, что Мэрил Стрип является идеальным кандидатом на роль принцессы Леи благодаря ее актерскому мастерству, а также дружеским отношениям с Фишер. На момент написания данной заметки количество подписей почти достигло 86 тысяч из 9 необходимых. Ранее сообщалось, что Мэрил Стрип назвали лучшей актрисой всех времен. Рейтинг был составлен кинокритиком Питером Брэдшоу. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.